Сегодня десятки тысяч абонентов МТС с утра остались без мобильной связи. В частности, не работала услуга интернет, были недоступны СМС-сообщения и телефонные звонки. Вот как ситуацию прокомментировали в ангарском салоне связи. У нас технические неполадки, то есть в 3 часа обещали все наладить. То есть 3 часа заработают. А в связи с чем непонятно, авария, да, где-то? Да, авария. То есть по Иркутской области все операторы, наши операторы, наши абоненты не могут дозвониться друг к другу. То есть мы ждем. Полностью восстановиться сотовая связь должна к завтрашнему дню. По крайней мере, на это надеются сотрудники ангарского офиса компании.